Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня продолжаем разбирать разные необычные места из церковно-славянской псалтири. И сегодня тема нашего разговора – стих 10 из Псалма 59, в котором встречается очень непонятное выражение. Прочитаем, потом будем его разбирать и комментировать. Итак, Псалом 59, стих 10. Слова Бога. «Муав каноб упование моего, на Идумею простру сапог мой, мне и на племеннице покоришися». Ну вот, видите, «Моав каноб упование моего». И вот об этом канобе упование мы сейчас и будем рассуждать. Ну, как всегда, начинается разговор о стихе со сравнения других переводов этого же самого текста. Обращаемся к переводу РБО Российского библейского общества. Там написано «Моав – мой умывальный таз, Эдому брошу сандалию мою, над Филистией мой клич прозвучит». Видите, есть знакомое «Эдом», «На Эдумею простру сапог мой». И перевод РБО, он по смыслу идентичен. «Эдому брошу сандалию мою». Да? Начало фразы стиха не совпадающее, скажем так. Вот перевод переводчика еврейского конфессионального Давида Есифона. Итак, «Моав горшок умывальный мой, на Эдом брошу башмак свой». И вот об этом случае, когда горшок умывальный и умывальный таз превращается в каноп упования, вот сейчас мы и поговорим с вами. Итак, начинаем с языка оригинального для Ветхого Завета, своего родного еврейского. И там написано нечто вроде бы понятное. Написано «сир рахци». «Сир» – это котел, горшок, таз. Значит, «муав» – это есть котел, горшок, таз, какой-то сосуд. Какое значение, какой смысл, какая функция этого горшка, котелка и таза, тазика, можно сказать. Ну вот глагол «рахац» – это означает «умываться». Да, значит, «рахцы» – моего умовения, или для моего умовения, для того, чтобы я умылся. И вроде бы все понятно, да, значит, какой-то есть сосуд, там налита вода, и вот с помощью этого сосуда, и там уж налитой там воды, Бог омывает свои руки, свои ноги, свое лицо. Используется здесь понятный и привычный для Ветхого Завета такой антропоморфизм. А какой смысл вот тогда первой части стиха 10? «Муав – мой умывальный таз». Смысл более-менее понятен. «По отношению ко мне». Муав – это есть раб, мой слуга, который мне, пришедшему из пути, со своего трудового какого-то вот времени существования, он мне приносит воду, чтобы я свои руки умыл, свое лицо освежил, свои ноги тоже опустил в эту водичку. Муав – мой раб, да, и поэтому не бойся, Израиль, не переживай, Иуда, вы все моя земля, вы все мои племена, я владыка над всем мирозданием. И поэтому то, что будет с Муавом, а будет с ним не очень хорошее, это в моей власти. И однажды земли муавитян, земли Муава будут частью земли Божьей, земли Израилевой. Итак, Муав – это раб, живущий в рабстве у Господа. И он приносит Богу, своему владыке, своему господину, таз, сосуд, котел, там есть вода, и там Бог может умыть свои руки. Откуда же тогда из чего-то понятного котел умовения, таз умывальный, горшок умывальный, возникает нечто непонятное и нелогичное – каноб упования, где ни одно из слов вроде бы не имеет никаких параллелей очевидных с тем, что мы сейчас выше разобрали. Мы начинаем со слова более непонятного – каноб.
Да, каноба или канобе. Это слово, оказывается, как выясняется, все еще используется в разных, вот указано в словаре, Тамбовская земля, в разных регионах нашей отчизны. И означает слово каноба или канобе то же самое. Умывальник, кондейка, деревянная посуда, жбан. Просто тут используется слово, которое никому, даже людям образованным, не знакомо, да, лишь такое некоторое имеющее хождение какой-то, может быть, деревенской, не знаю, деревенском контексте слово это. Вот поэтому без словаря славянского языка или, возможно, без словаря более такого серьезного, связанного с разбором этимологии слова, слов русского языка, тут нам не обойтись. Хорошо, значит, каноб или каноб это есть все-таки котел, горшок, таз, кандийка, посудка, жбан и так далее. Тогда откуда возникает слово упование? Почему не каноб омовение, а каноб упование тут фигурирует? И вот, дорогие друзья, к сожалению или к счастью, или просто так бывает, что переводчики неправильно понимают то, что они переводят. Или по-другому, еще когда слово на языке оригинальном и бытует, текст существует еще в своей среде, значение слова какого-то, оно неправильно понимается. Так вот, так и случилось. Дело в том, что в еврейском языке слово вот это вот умовение и слово надежда, упование состоят примерно из одних букв. Из букв, которые легко можно перепутать, заменить, по-другому понять. И так и получилось. В переводе на языки греческий и арамейский, в септуагинте и в торгумах это слово обретает другое значение. Появляется слово, смысл надежда, упование. И тогда там уже другое значение. Муав – это есть горшок моей надежды. Или, не знаю, таз – сосуд моего упования. И тогда получается, что смысл этого стиха он меняется на, пожалуй, противоположный. Если в еврейском языке «муав» – «мой умывальный таз» означает одно понятное – это то, что «муав» – «мой раб», «он подчиненный», и он будет мне служить, хочет он этого или не хочет, то здесь смысл оказывается гораздо более интересным и возвышенным, и глубоким. Муав – это есть то, что является вместилищем моей Божьей надежды, моего упования. И смысл этот очень понравился христианским толкователям и герменевтам. Ну вот, например, на основании этого вроде бы неправильного перевода, а перевод получается неправильный, мы находим очень любопытные, я бы сказал, истинные толкования этого стиха. Ну вот, например, Афанасий Великий, он признает, принимает, что читается стих как сосуд упования. И он толкует таким образом. Значит, моавитяне однажды окажутся теми, кто возлагает надежду на Господа, то есть обратятся к Господу, они будут теми, кто войдет как часть вот Божьего народа, окажется одними из Божьих людей. Василий Великий разбирает идею этого сосуда, этого какого-то вместилища, какого-то, вот, видите, горшка, что ли, да? И он толкует так. Это есть купель крещения. В купеле крещения, через эту купель, моавитяне получат доступ к членству в Израиле. Моавитяне будут одними из нас, потому что они есть сосуд надежды, или по-другому купель надежды, крещальная купель надежды. К слову сказать, здесь Василий Великий, великий толкователь и святой отец, толкует очень любопытно и вторую часть этого стиха. Итак, «На Эдом брошу башмак свой, на Эдумею простру сапог свой, Эдому брошу сандалию мою». Он так это толкует. Не в категориях
в принципе, очевидных, из текста, в тексте легко читаемых. Тут, конечно же, имеется в виду момент порабощения, то есть на землю Идумеи встанет боевая сандалия Господа, боевой сапог Божьего воинства. Но он толкует другим образом. Для Василия Великого, оказывается, эта сандалия, этот сапог оказывается, является символом вычеловечения, то есть сам Бог своими сандалиями, ну, разумеется, Бога-человек Христос, ходил по этой земле и выступал не как поработитель, не как завоеватель, а как проповедник любви, Божьей любви этому народу. Наконец, Григорий Довыслов, тоже известный герменевт, святой отец, развивает идею Василия Великого и говорит, как нога оказывается в сандалии, так и Бог оказывается человеке, человеком. И вот тогда получается, что стих Псалма 59 и 10 стих является проповедью о том, что однажды Бог воплотится, окружающие народы, язычники, моабитяне, эдомитяне, филистимляне, аммонитяне окажутся вместилищем Божьей надежды, Божьего упования и окажутся одними из нас, с христиан, из членов Божьего народа Нового Израиля посредством купели, сосуда надежды. Дорогие братья и сестры, разобрали историю про каноб спасения. Нашим помощником был портал exeget.ru. Спасибо за внимание. С вами священник Алексей Волочков из Петербурга.